Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ. Франц Халс. Портрет молодого человека с черепом. Ванитас. 1626-1628 годы. Холст масла 92/80. Франц Халс – один из наиболее известных живописцев золотого века голландского искусства. В сущности, данный портрет не является портретом, при том, что молодой человек часто идентифицируется как Гамлет. Картина, скорее всего, представляет собой традиционную для голландского искусства аллегорию «ванитас» с латинского «пустота», то есть суетность в смысле эфемерности и тщеты земного богатства. Доказательством того, что в основе сюжета лежит эта тема, служит череп, напоминающий о смерти. Нидерландская традиция изображать держащего череп юношу восходит к гравюрам XVI века. Его экзотическое одеяние напоминает живописную манеру утрехтских мастеров, следовавших новым тогда приемам Караваджо. Но в работе Халса есть существенное отличие. Фигура не выступает из тени на свет, как обычно у художников вышеназванной школы, а освещена сзади. Здесь присутствует эффект обманка, иллюзорное воспроизведение живописными средствами реальных предметов или фигур, вызывающий эффект присутствия подлинной натуры, а не изображения. Череп изображен так, словно он за пределами плоскости картины. Все это свидетельствует о большом мастерстве автора. Вот такое описание к работе «Портрет молодого человека с черепом» «Ванитас», автор Франц Халс, 1626-1628 годы. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.